Привет! Как настроение? У меня отличное, потому что я сейчас поделюсь с вами своим любимым рецептом обалденно вкусного завтрака. В меню ягодный крамбл. Удивительно вкусный ягодный крамбл без лишних калорий. В основе песочное ароматно-ореховое тесто без яиц, масла и сахара. Такой завтрак оценят и дети, и взрослые сладкоежки. А еще понравится он вегетарианцам. На две порции берем 200 граммов любимых ягод, у меня малина и смородина, 50 граммов гречневых хлопьев, 30 граммов цельнозерновой муки, 35 граммов ореховой пасты без добавок, я взяла арахисовую, корица, мед и чайная ложка кукурузного крахмала. На приготовление этого блюда у вас идет минут 30, зато потом вам захочется наслаждаться им целую вечность. Но помимо удовольствия вы еще получите клетчатку и правильные углеводы для хорошего настроения и энергии на весь день. Приступим. Ягодами наполняем наши формы, присыпаем поверх крахмалом. Смешиваем отдельно сухие ингредиенты. Хлопья гречки, ну или берите овсяные долгой варки. Сюда же корицу по вкусу и 2 столовых ложки муки. Перемешиваем и добавляем 2 столовых ложки меда и столько же ореховой пасты. Немножко солим, чтобы вкус стал более ярким. Если не получается ложкой, то переходите вручную, как я это сделала. Тесто у нас должно получиться в итоге такой рассыпчатой крошкой. Высыпаем наше тесто на ягоды и равномерно распределяем. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. В одной порции ягодного крамбла 220 калорий, белков 4, жиров 10, углеводов 28 граммов. Вуаля, у нас с вами на завтрак получился кисло-сладкий ягодный крамбл. А если сюда добавить еще шарик ванильного мороженого, то это уже будет бомбический десерт. Вот так просто мы с вами объединили вкус и пользу. Ешьте правильные завтраки. Приятного аппетита!